этом году таможенная служба Западно-Казахстанской области первая в Казахстане опробирует систему электронного декларирования грузов. Пилотный проект начнет работать в первом полугодии. Это еще один шаг в упрощении таможенных процедур, сокращении сроков обработки грузов, повышении пропускной способности пограничных переходов. Парламентарии, посетившие Западно-Казахстанский департамент таможенного контроля, ознакомились с работой Центра технической обработки грузов. Если раньше предприниматели проходили пятиэтапную систему таможенного контроля, то сейчас все документы оформляются в одном окне. На всю процедуру уходит от 1 до 3 часов. С начала года специалисты центра уже оформили почти 3000 деклараций. С внедрением электронного декларирования показатели возрастут в разы, уверены таможенники. Наши именно законы сегодня позволяют провозить грузы быстрее, и это создает очень много условий для развития малого и среднего бизнеса. Но, конечно, еще будут продолжены работы по устранению административных барьеров в оформлении грузов, и, что очень важно, будет вводиться электронное декларирование. Уже через систему интернета будут к нам приходить сейчас документы, мы смотрим в электронном виде и электронной подписью их выпускаем. И также в электронном виде они уходят на границу таможенного союза. И уже участников при экспорте. На сегодняшний день пока планируется только экспорт ввести. И при экспорте уже участник внешнеэкономической деятельности едет, и у него там уже на границе уже выпущенный товар.